Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот, это Аттила Total War, легендарный уровень сложности. За Западную Римскую империю, война против всех. Продолжаем. Было несколько хороших битв в прошлых сериях. Сдвинулась у меня ситуация в лучшую сторону, я так считаю. Карфаген я защитил. В то же время саму Африку у меня немножко поджимают. Гараманты захватили Константину, каким-то образом просочились тут, захватили у мятежников. Здесь Африка тусит. Я долго думал, что мне с этой бедой всей делать. Вот, не знаю, правильно-неправильно я собираюсь поступить. Сейчас вот вам расскажу, а вы мне напишите. Дело в том, что здесь в Константине небольшая армия, мне надо ее убить. Здесь, посмотрите, уже Африка довольно сильно наседает, да? И если я оккупирую это все дело, то опять же возникнут эти вот все вот мятежники, вот эта вся канитель, да? Мне, чтобы три поселения защищать, во-первых, их захватить надо, да? Захватить, реально, оккупировать, то есть захватить. Потом их защищать надо. Чтобы все это дело защищать, мне нужно больше, чем одна армия. Я вообще планировал, конечно, вот сделать следующим образом. То есть просто отойти одной армией. Ну, я, в принципе, что планировал. Я так сейчас вот и делаю на ваших глазах. Вот, отойти просто, перекинуть все войска. Тут генерал молодец. Он аж Гнейканин три защиты провел. Великолепных, я считаю. Но пора ему отдохнуть. Флот у меня тоже хороший. Я его уберу в Сиракузы пока. Он не нужен, пускай восстанавливается. Хотя, конечно, он, блядь, очень долго будет восстанавливаться. Ну вот. И, в общем, я что решил? Что я, наверное, снесу вот эти два поселения. Как бы кто не забомбил меня в комментариях, подождите бомбить. Во-первых, пища, да? Ну, пищу можно, конечно, получить с помощью рыбных причалов. Это раз. Во-вторых, пищу можно получить с помощью таких, как бы, тем. Сейчас покажу. Вот. Продуктовый рынок. Для этого мне нужна вот эта штука. Вот. То есть, в принципе, можно поставить рыбу, продуктовый рынок там, допустим, и систему водоснабжения. Плюс он у меня вырос еще, и на пустыре можно поставить Капитолий. И он будет вполне себе самодостаточен, то есть будет себе и пищу давать, и все остальное. А эти поселения я снесу, чтобы не тратить на них как бы ресурсы. Там, во-первых, ремонтировать надо, там надо очень долго бороться с порядком, все такое. А здесь у меня будет император в Карфагене тусить, вот, и делать вылазки на вот этих ублюдков, там периодически их коцать. Вот такая вот мысль у меня. Как бы я в будущем, конечно, да, я это дело оккупирую, но просто в ближайшее время, блин, ну, я не готов сюда столько ресурсов тратить, как вот я с Британией сейчас вошкаюсь, кстати. Британия. Мне кажется, этот урод никуда от меня не денется. Иди сюда, сука. Ха-ха-ха. Гандон попался. Вот так вот. Убить всех. Отлично, отлично. Так, 1%. Нет, не надо, у него нормально. 107 монет заберу. Заберу 107 монет. У него с сплоченностью все прекрасно. И вообще я кучу этих самых изобрел. Смотрите, у меня тут он сплоченность везде. Все войска плюс 2 там. Пфф, то есть не проблема. Поэтому валим обратно. Вот, тут план такой, что у меня вот здесь вот вроде как восстание намещается. Должны восставшие захватить этот барак несчастный. А я уже подойду как раз и снесу нахрен это поселение. И будет у меня Британия именно такая, как я хочу. То есть только вот этот низ будет занят. И все. В Камулодунуме здесь недавненько. Так, секунду, паузу небольшую. Просто свет включил, а то не вижу, блин, ни клавиатуру, ничего. Ничего, не нажать лишнего. Так, и лишнее уберу. Пускай, как говорится, копеечка в казну возвращается. Плюс у меня этот гражданин получил еще повышение. Вот авторитет можно ему, кстати, увеличить. Авторитет еще увеличит еще больше порядка. Поэтому давай авторитет. И защиту. А, подожди, это что? Личное влияние. А он у нас, по-моему... У него 71, да? О, давай. Класс. Пока я не забыл.
кого там 71? У тебя 71? Давай-ка средства похить. Вот. Отлично. Уверенность 4 у этого редиски. Ну-ка. Сирена. Что такое? Заказное убийство? Не, мне такое не надо. Мне надо обеспечить верность. Вот. Обеспечить верность вот этого перца. У него 4 всего. А все остальные вроде нормальные. А, ну вот еще Флавиан. А что у него? Влиятельный правитель? Ты что, охерел, что ли? А ты кто? Государственный деятель. А давай мы попробуем. Я, правда, не уверен, что это надо, если честно. Если честно, я не уверен, что это надо. Ну, посмотрим. Если у него до 4 опустится, то обязательно сделаем. А правитель у меня еще поднимется по влиянию, я уверен. Сейчас у меня там зарубы будут. Будь здоров. Да, кстати, мне там писали. Назначь. С телефона на должность. Назначил. Дальше. Дальше, дальше. У меня тут проблемы в Испании. Опять очередной раз, как же. В Гиспалисе. Должен поставить фонтан и снести вот эту канитель. Это Бетика, да? 600 монет осталось. Да, кстати, в Британии то же самое. В Карине вот эта вот штука, которая называется сторожка, мне больше не нужна. Потому что... Это само починится. Потому что никто сюда не нападет нафиг уже. Эти будут долбиться об Камолодунум. Ну, конечно, может высадиться, да, но... Кстати, в Ротоманге еще до сих пор мятежники. У меня тут армия, поэтому я не думаю, что он... осмелиться, так скажем. И еще у меня таракон минус 4. Здесь я пока ничего не сделаю, потому что у меня деньги кончились. Но я могу еще кое-что сделать в Галиции. Тут минус 6, это очень плохо. Я могу здесь нанять, пожалуй, какого-нибудь перца, например. Это кто такой? Слепой, не, слепой нафиг идет. Вот этого у него... Общественный порядок плюс 2. Вот. Ну да, вот этого. Например, да, вот этого, вот этого. Наем. Тайп, данные уничтожены, кстати говоря. Вот, и у меня здесь плюс 2 пошло. Отлично, отлично. 31 всего у меня монеток осталось. Плюс что я еще могу сделать в центре? Какие у нас дела? Вот этот легион застоялся, у него 19 человек всего, да? Я могу его немножко вперед отправить. Покнуть, чекнуть. Что там происходит? О, вероятность засады 65, нихера себе. Ну-ка. Вот сюда. Вдруг кто-нибудь выскочит из темноты, какая-нибудь маркоманская мразь. Этого сюда. В Лондоне, кстати, ровно то же самое я хочу сделать, что и в Карфагене. Здесь уже как бы потеряно, то есть у меня здесь уже и площадочки, и вот здесь вот. То есть я смогу, в принципе, поставить здесь систему водоснабжения, я смогу здесь поставить форум и смогу здесь поставить Капитолий, да? Вот. То есть тут единственное, что отличие, это без рыбных этих штук. Здесь, кстати, раньше даже можно, еще до изобретения этих продуктового рынка, можно с помощью рыбных верфей вот осуществить план в Карфагене, потому что здесь на одну больше. И ну вот, отстрою его, тут он уже будет с порядком, со всей фигней, тем более здесь уже он даже система водоснабжения построена, как бы, а чё, все будет классно. Кстати, да, здесь флоту не помешает тоже всякие штуки назначить. Что у нас тут? Хитрость, общественный порядок плюс 4. Это провинция. И авторитет. А это что? Авторитет. Ну, давай. Любитель чужеземного. Верность минус 1. Ты гандон какой. В Сиракузах у меня 0 по порядку. Окей. Что еще?
еще можно подобный маневр, как и там, совершить вот с этим. Здесь по-моему, где-то вандалы бегают, да, посмотрим. Да. Вот. Есть шанс, что они ломанутся сюда, когда увидят, что пусто. О, кстати, гуны могут прийти. Они где-то около маркоманов бегают здесь. Вот здесь где-то, да? Ага. Вот, вандалов можно выманить и жахнуть, как бы, и вот этому моему наследнику, которого я не знаю зачем назначил наследником. А у него верность была плохая, я подумал, о, давай его наследником сделаем, он же неверный, чё. Сделаем его наследником. И он у меня теперь наследник какого-то хрена. Я его сделаю в засаду, да, 35% у него, потому что что-то мало с этого влияния. Вот. Ну и давай быстренько я пробегусь еще по армиям. Так, что у меня тут? Тут я еще забыл. Дальность перемещения и пополнение, потому что что-то тут, блин, капец с пополнением на самом деле. Хиларий стоит в засаде, Ветий стоит в засаде, Секст Пиреней несется на всех парах домой. Флавий Гонорий может этого отогнать, но смысла нет. Флавий Стилихон тоже задание вернулся. Лугдун. Этот Камулодунами сидит. Без вариантов. Здесь порядок наводится. В принципе, все, денег больше нет. Исследование ведется. А, ну здесь сейчас построится. Пару построек, тут парочку снесется. В Верхней Британии, к сожалению, проблемы, но... У меня снесется сторожка, она уберет пищу. Проблему с пищей. Общественный порядок будет плюс 3. Но сама сторожка дает... Ну, короче говоря, одно на одно и выйдет, ничего не изменится абсолютно. Галиция здесь везде растет. Порядок в Тараконской Испании минус 4. И здесь надо будет то же самое провернуть. То есть поставить фонтан, снести систему водоснабжения, а потом бахнуть Капитолий. В Мускай Галлии даже растет. Нижняя Британия меня не интересует. Ну, в смысле, интересует. Здесь как раз начнется восстание. Здесь у меня все, по-моему, получили надписи, свои должности. Никто выше магистра пехоты прыгнуть не может на магистра конницы. Четвертый ранг требуется. Я не понимаю, почему, что у меня никто четвертого ранга, что ли, нет? Вот тут, извините, полководец, блин. Хер пойми, какого ранга. Че, он не может, что ли, на магистра конницы прыгнуть? Он не может через эту самую прыгнуть, видимо. Ясно. То есть мне хочешь не хочешь, а придется на магистра пехоты кого-то двигать. Хиларий. Единственный, кстати, у меня самый крутой перец, да, который больше всех вообще. Ну, придется его туда дергать. Ну, а что делать? Иначе я выше просто не прыгну. Надо по лестнице служебной забираться через... ступеньку не прыгнуть, к сожалению. Поэтому конец хода. Да, Хиларий у меня самый крутой полководец, так уж сложилось. Вандалы. Заметил меня? Сучара. Нет, не заметил, он просто подошел поближе. Ух ты, блин. Пощипанные, но не побежденные, да? Уплывают к себе. Гараманты свой тоже флот пощипанный убирают. Блин, у меня тоже очень пощипанный на самом деле. Авторасчет уже не спасет его. Надо будет вручную воевать, иначе толку не будет. Он просто сдохнет с такими показателями. Я бы очень хотел, но идите в жопу. Англы. Они взад-назад будут плавать, я так понимаю, долго еще. Маркоманы. Ну, блядь, конечно. Засада здесь, он оттуда идет. Ну, а как же? По-другому быть не могло. Ага, понял, да? Вот так вот. От Карфагена отвалили. Ой, Хилария не могу назначить. Ну, потратим, значит, у Флавия Августа, а что делать?
Не только похитил средства, но и дополнительное хищение 604. Отлично. Молодец. О, сирена обеспечила Евстихианию верность плюс 3. Отлично. Ну вот. Хорошо. Только у меня здесь 79 совсем стало. А тут у кого-то 105. Вот это двери Флавиан. 105, да? Ну ничего. Ничего. О, появился здесь. Наконец-то. А, мятежник. Мятежная армия. Отлично. И давай Ганорию. Значит, тут какая фишка? С одной стороны, здесь толпа, а здесь толпа. Я пойду на Константину, однозначно Адрумент его сбухнет. Однозначно. И нападет вот эта вот фракция, как она называется, Африка на Карфаген. Но я думаю, сходу они даже при наличии вот этих штук не будут атаковать. Они, то есть, возьмут его в осаду, и я смогу на следующий ход вернуться. Поэтому пошли на Константину. Так, здесь он небольшая армия стоит. Ну, это авторасчет. Тут я не вижу смысла. Это конница, скорее всего. Тут есть стрелков. Короче говоря, это баланс. Сначала разоряем, а потом сносим. Просто потому, что мне, ну, жутко неудобно. Надо, по сути, нельзя было ее терять изначально. Ну, раз уж потерял, то нахер тогда. Будем Карфаген за счет собственного содержать. Вот так, немножечко отойду. Нормально. Далее, у меня тут исследовалась эта штука, то есть у меня все... Западная палатинская ауксилия теперь могут делать, да? Я буду загоны для скота делать, а потом уже буду вот эту штуку делать. Вот так. Ну, просто чтобы у меня закрыть уже эту ветку, получить рост везде во всех провинциях, богатство от земледельческих построек и вообще три хода, чё. Вот, а потом буду ставить вот эту фигню, богатство от торговых построек. Я, правда, не уверен, что у меня торговые постройки есть. Какие-то, кроме рынков, может быть, да? Торговая верфь, рыбацкая верфь, продуктовый рынок. Но меня продуктовый рынок больше всего интересует. Я пока дострою хотя бы до второго уровня эти форумы, то время пройдет, как раз подоспеет. Вот, ну, однозначно они нападут. Это как бы бабки, не ходи. Пускай. Это их право. У меня 7000, но это благодаря тому, что я посносил еще всякое. Здесь решились проблемы с пищей, да? Кстати, мне тут, наверное... сорвана засада. А, сорвана все-таки. И налет Нижняя Британия. Ну, это вот тот налет. Завершен снос сторожки в Британии. Вот она. Снес я сторожечку. И теперь... Мне на самом деле нужно аудиторию ставить для того, чтобы, во-первых, повысить порядок. Во-вторых... религиозное влияние римского язычества распространить. Но у меня здесь начались проблемы с гребаным... Ну, вы поняли. Загрязнением. Поэтому приходится поставить вот эту тысячу. Далее. Если я поставлю здесь аудиториум, это очень сожрет пищу, да, у меня? Да. Сколько он строится будет? Три хода. Ну да, сожрет, слушай, ну а что делать? Короче, сделаем вот так. Причал отремонтируем, и потом рыбацкие эти, ну, рыбацкие штуки, а эти пускай сами строятся. Вот. Фонтан, а, и фонтан тоже пищу жрет. Ну, короче говоря, у меня жахнет по порядку так нехило. Я чувствую. У меня, к сожалению, ничего больше сделать не смогу. К сожалению, день рождения. Ну ничего. Я думаю, что разберемся. Разберемся. Снос системы водоснабжения в Бетике. Угу. И построился фонтан. То есть, в принципе, все в порядке. Здесь идет минус 5, но я ставлю Капитолий. Как и хотел. В Тараконе можно подобную же вещь сделать, но...
Уже не хватает на фонтан. Нет, хватает. Хватает на фонтан. Все нормально. То есть, драконской Испании подобные вещи. Все, все деньги закончились. А, что будем дальше делать, как говорится? Можно одного... Оп, переобучить. Напасть на маркоманов можно. Можно на вандалов напасть. Еще одного переобучу. Ты посмотри. Иди сюда. Сучара. Мне нужно влияние поднимать. У моего наследника. Сволота. У него куча, короче, каких-то застрелов. Поэтому я атакующей манере буду наступать. Хе-хе. Денег дай. Забрал я денег. И вернусь обратно. Оп, отлично. Сплоченность, кстати, растет, несмотря на то, что я денег забрал. Вон, тебе пока не надо, а вот этот гражданин у меня должен немножечко улучшить своих челдобречков. Ага, только одного, да? А я-то понадеялся. Ну что, нападаем на маркомана в таком случае. Что еще остается делать? Здесь же я все сделал уже, правильно? Что мне тут еще? Новая особенность. Здоровый. Кто это? А-а-а. Окей. Вандалы. Противник погиб в битве. У них, видимо, еще где-то есть армия, да? Что они живые до сих пор. Готовность к службе. Вот хороший, да, дядька Канин. Будем знать. Развитие. Имперская транспортная служба от моря до моря. Тра-та-та. Я понял. Это у меня как раз вот то, что я могу повышать копейщиков. И устранены потери, ну, проблем с продовольствием, но это ненадолго. Флавий Гонорий Август. Лестница. Я восхожу к небесам. Шанс обнаружения на карте компании. Кого? А, ну всех, видимо, да? И обзор на карте компании. Плюс 30. Хорошо. Хорошо. Далее, вражеское поселение разорено. Вражеское, блядь, это наше поселение. Жалко, ну, жалко, да. Я бы там мог и поля поставить, и все такое. В Карфагене задница полная. На этот счет. Ну, делать нечего. Вынужден я так поступить. С моей точки зрения, конечно. Так, я могу напасть на маркоманов. Давай нападем на маркоманов. Ну, отлично. То есть они не против подраться. Давайте. Я это проведу на поле боя, потому что я хочу по максимуму их чпокнуть. Ну, эти не очень хорошие, конечно, проценты, если бы здесь где-то хотя бы было. У них очень много стрелков, очень много. Но у меня есть анагр, поэтому, скорее всего, все равно они будут атаковать. Поэтому будем по классике действовать. Чпокнем полководца. Постреляем. У меня же есть две кавалерии, да, есть. Погнали. Гребаный дождь никак не хотел кончаться. В итоге придется в дожде рубиться. В общем, таким вот хитрым образом я расставил войска. Одного, чтобы торговать жопой, я поставил здесь. Типа, я тут, идите за мной. Всех я веду в угол, естественно. Ну, можно и на открытой местности драться. Но, блин, зачем, если можно с комфортом, как говорится. И одного я спрятал кавалериста тудым. А этого я поведу, наверное... через кусты, вот так вот к нему, потому что он не умеет, он, автономности нет у него. Поехали. Туда. Тут все туда. Так, этот спрятанный, хорошо. Ну и мой вот этот гражданин, давай-ка я его, чтобы я его не терял. Он у меня здесь постоит. Куда они бегут? Прям бегут, слушай. Че? Я не боюсь его потерять, потому что это для меня самый-самый бесполезный юнит, на самом-то деле. У него реализовать полностью свою силу вообще по минимуму получается. Они не на кавалерию мою агрятся, случайно, твари?
хотелось бы. Бля, эти пешком идут, им вообще норм, да? Бегом, блядь. Ты тоже бегом. Спрятался, да? Отлично. Отлично. Они прям бегут, посмотрите на них. Капец вообще. Так, ну понять их можно, конечно. Мне нужно выстроиться. Мне нужно выстроиться. Фронт будет здесь стоять. Вот туточки, точнее. Вот так. Фланги я закрою пикинерами. Всех стрелков здесь поставлю. Ой. Перепутал. Вот так вот. Ну вот. Примерно так красиво. Ну и этого сюда. Давай, давай, Анагр. Не отставай. Ага. И надо уже начинать передвигаться. За спину армии этой. Ну что, они тут выстроились? Ну, более-менее. Более-менее, конечно, криво, но сейчас мы все это подровняем. Оп. Почему на флангах ставлю? А потому, чтобы их стрелки не сильно гасили. Потому что стрелки будут стрелять в первую очередь именно в то, что впереди стоит. Как бы это банально не звучало, да? Огненные включим. А ему тоже огненные, пофиг. Что успеет, то успеет. Враг на подходе. Угу. Враг на подходе. Еще легионы есть, я про них забыл совсем. Легионы здесь тоже можно. Да блин. Один здесь. Один здесь. Лучше так. Вот. Моего полководца можно и сзади бахнуть. Нет, сзади не надо, лучше вот здесь он будет всякое разное там командовать. Так, все, мне уже надо поскорее бежать к полководцу, а то я уже тут зараставлялся и могу сейчас, собственно, забыть полководца чпокнуть. Они уже к Анагру подходят. Сейчас ломанутся, блин. Ну, в смысле, к радиусу действия Анагра. А, да. Передних всех надо поставить. Вот, теперь все хорошо вообще. Кавалерия подходит сзади моя. В принципе, там я могу уже сильно не контролить. Я боюсь, что их кавалерия на меня сейчас ломанется обратно, блин. Потому что они уже очень близко. Сейчас пойдет команда к атаке. Поэтому надо очень торопиться. И побыстрее это делать. Не знаю, если даже кавалерия сейчас на меня побежит, то они все равно... А, нету огненных, да? Они все обратно ломанулись, что ли? Ёперный театр! Жуть какая-то. Они стреляют... Ну, давайте стрелять, еще могу сказать. Собственного полководца будете стрелять. Они стрелков всех здесь оставили. Очень интересно, кстати, ход. У меня жутким образом. Так. Дико отгони их. Давай, 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 давай. Это они тут начали, блин. А ты полководца добьешь? Есть, наконец-то.
обречены! А мне не нравится, что у меня кавалерия вся погибла, потому что реально вот эти твари, я за ними запарюсь бегать, блин. Я хотел, наоборот, убить всех, а по факту получается, что они мне высекли всю кавалерию, и мне никого не догнать теперь. Наши люди сломлены, они бегут. Блядь. Конечно, жопа. Ну ладно. Как получилось, так получилось. Надеюсь, хоть грёбаных этих пехотинцев перемочим. Наша засада обнаружена. Да у нас все хорошо, расслабься, блин. Туда стреляй. Легионера. О, смотри, смотри. Куда бежит? Хер тебя по всей морде, понял? Стреляйте по гребаным этим бегущим, как говорится, чё. Плохо, 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 потому что я надеялся их убить всех, блин, а из-за того, что я потерял кавалерию, план не сработал. Я не ожидал, я такого не видел никогда, чтобы они вот именно стрелков только таких, хопа, назад. Я думал, сейчас на меня Кава побежит. Ладно. Сейчас будем расстреливать их как можем, пешком будем гонять за ними. А что делать остается, блять? Что, все шагом идете, вы ебанаты? Нет, ну серьезно говорю, атаковать. Они такие: окей, пешком. Сейчас мне еще потерь будет. Нормально так. Пытаются спастись бегством. Ну, в общем, тут на самом деле только сплошное преследование будет. Ничего особенного. Вернемся, когда все закончится. Ну, собственно, они все разбежались. Блин, я хер кого догоню, я так чувствую, но... Все, короче, пошло не так. Все не то, все не так. Ладно, кого-нибудь догоню, может, еще. А так встретимся на глобалке. Очень большие потери, на мой вкус, конечно. Ну, окей. Восстанавливаем 10%. Не могу его догнать, к сожалению. Ладно. Возвращаюсь обратно. Падла. А, ну у меня кавалерия хоть чуть-чуть осталась, кстати, слава. Слава богам, блин. Могу еще потом нанять, может быть, даже этих германских разведчиков. Что тут такое? Что тут? Смерти в бою. Кто? Наркоман. А, ну понял, да плевать на него.
Битва Константина, решительная победа. Битва Сисса, решительная победа. Битва Верона, решительная победа. Да. Константина, решительная победа. Кстати, это сколько мне дало? 94, да? Ну, еще чуть-чуть. Чуть-чуть. И магистр воинов у меня освободилась. Как она называется? Местечко. Иди туда. На магистра воинов. Вот. Можно кого-нибудь еще заусыновить, кстати говоря. А то кометов не хватает. Хиларий, сколько ему лет? 44. Нормально, я думаю, что его можно до верха прокинуть. Ока. Денег нет, но вы держитесь. Я думаю, что все на этом. Надо двигать дальше. Да, на этом все, мне кажется. А, ты в городе стоишь? Ну да. Окей. Давай так. Посмотрим. Сейчас, ну, помимо того, что Африка осадит Карфаген, я не думаю, что что-то страшное еще случится. Юты. Они как-то... Громанты тоже притихли, после того, как я Константина у них отнял, да? Как отнял? Сжег, поломал. Гуны. Гуны, кстати, не так далеко были там от маркоманов от этих. Вроде не должны до меня достать. И с маркоманами они не воюют, по-моему, нифига. Да хорош уже, чего вы там делаете? Бедная Восточная Римская империя, кстати, сейчас надо посмотреть будет, как у них вообще дела идут. По-моему, не очень совсем. Бастарны, гепиды, англы. Так. Ну, до англов целый стек тут бегает, зараза такая. А вот и маркоманы. Нет, маркоманы ничего вообще. Упача, это что? Какие-то грузовики. Ну, их совсем чуть-чуть, на самом деле. А вот и Африка. Вот как он поступил, да? И... Чё это? Что такое? Куда? Чего? Чего он туда-сюда сейчас плавал? Что это было? Херь какая-то. Да, противник начал осаду, я понял, ничего страшного. I'm darkness itself. Еще один черный плащ у меня там. Геминия Агори Глабрён. Родители Флавия Гонори Август. Мария. Славный день. У этих членов семьи родилась дочь. Прикольно. Оспа, где? Аква Секстия, это где? А, борьбе за власть только одно. Либо ты, для тебя соперник не позволил нашему кандидату занять должность. Как вы поступите? А, ну он сам справится. В Нарбонской Галлии у меня возникла грёбаная чума. Ёперный театр. А что случилось-то такое? А-а-а, зима плохая, загрязнение плюс 5. Ну пипец. Ну а как это можно было предвидеть? Да никак. Общественный порядок минус 2. Прерывает пополнение отряда каждый регион провинции. Богатство минус 5. Блять. Так, Вена, Нарбо Марциус и Аква Секстия. Ну ладно. Ну что я сделаю? Ничего. Ничего. Бургунды гуны. А, это пожалуйста, сколько угодно. Избыток населения в Италии. Прикольно. Эбарак, Нижняя Британия, налет. Ага, хорошо. Здесь я пока что подожду. В лагере, пускай они на барак нападут. Снос системы водоснабжения в Тараконской Испании произошел. Это правильно. Здесь я собирался Капитолий ставить. И, собственно, это и делаю. Далее.
Давай посмотрим самое интересное, что у меня тут. Это, кстати, грузовички. У меня здесь есть флот. И что я сделаю? Я найму еще одну осадную либурну и попробую выцепить вот эту канитель. Куда она? Сучара. Вот так вот. Кстати, что он убегал? А, он убегал, потому что мне помогал, типа, гарнизон. Хотя, как он мне мог помочь? Гарнизонный флот, наверное. Ну, ладно. Встретимся на море. Гарнизонный флот, кстати, мне все равно помогает, как ни странно. Появился тут. Так, каким образом все это расставлю? Ну, впереди я поставлю таран. Чики мои, естественно. На то они и таранчики. Потом я поставлю просто свои либурны. Я понял, что лучше им нахрен не мешать. То есть это не Рим 2. Здесь они сами замечательно справляются. Вот. И все. Дальше можно просто наслаждаться зрелищем. Как это все происходит. Ты посмотри, промазал. А почему только один стреляет? А остальным что, приглашение надо особое? Это мой наемный стреляет, да, кстати, да? Странно. Че ты не стреляешь, алё? Вот, пошла жара вроде. Есть, один ушел. Не самый, как это, не самое лучшее попадание у них. Шанс попадания. А, иди вон этих погоней. Ну что ж, поехали тогда таранить их, чё. Так как это грузовики, то они таранятся с первого раза. Поэтому. А этим сразу даю команду. Ой. Я думаю, что все будет хорошо. Бах, да, 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 они таранятся вообще в легкую просто. Бам, все. Их полководец пал, они обречены. Задержи этого вонючку, чтобы он тут никуда не убежал. А вы все стреляйте сюда. Враг отступает. Куда он отступает? Я ему сейчас отступлю, блин. No retreat, no surrender. Понял? Своих не убей. Так, этот готов. Этот готов, этот готов, все. Ну, расстреляли у меня один корабль, по всей видимости, потому что они и так дохлые были, там пару залпов от прачников, и 13 человек потерь всего, и он уже бежит. Ну, вроде как я не потерял ни одного корабля. Отлично, штандарты Цезаря на дно. На дно. И... это пополнение, потому что мне очень нужно пополнение. Даже поближе подплывем. Вот. А этот гражданин у меня подойдет вот сюда. Ну, на следующий ход тогда проатакуем. Сейчас уже никак, видимо. Здесь, если я с гарнизоном проатакую, то не будет атаки, не получится. На следующий ход надо это делать. Ну, нормально, даже плюс 20 немножечко порядок восстановится за счет вот этих упырей. Чуть такое. Катафракта, ни хера себе. Тоже таких хочу. И давай тратить деньги, наверное. Хотя, знаете что, я на этом закончу, пожалуй, серию.
Хотя вот эти мои последние действия не сохранятся, но бог с ними, я их еще раз сделаю. Я их помню. Поэтому всем спасибо, кто смотрел. Это был Кот, это Attila Total War, легендарный уровень сложности. Война против всех за Западную Римскую империю. Кстати, война у меня против всех. Да, по-прежнему против всех. Не забывайте подписываться, ставить лайки, если вдруг понравилось. Зайдите в группу ВКонтакте, ссылка на главной странице. Всем пока.